Всем доброго здравия, друзья! Сегодня хочу показать именно школу бокса, да, начало, азы бокса. Много кто интересуется, показать там. Я где-то, конечно, выкладывал в начале. Может быть, не каждый доходит до этих видео. Самое основное в боксе — это раз-два. Как мой тренер говорил, двоечка — это буква А в школе бокса. С этого начинается бокс. Мы встаем перед зеркалом и пробиваем раз-два. Шагаем левой, бьем левой. Раз-два. Подшагиваем правой. Обязательная точность. Перенос вес тела. Разворот. Все участвует в ударе. Не обязательно жестко. Не нужно поначалу взрыв какой-то делать. Просто обучение. Шаг назад. Раз-два. Шаг назад. Раз-два. Именно с левой ножки мы делаем шаг назад. Оп, отошли. Раз-два. Шаг назад. Раз-два, шаг назад. Вот это нужно до автомата отрабатывать. Обязательно. Много-много уделять поначалу именно вот этой двоечке. Вперед. Раз-два, шаг назад. Раз-два, шаг назад. Потом вот это упражнение. Обязательно разножечка. Она обязательно. Вот. Мы делаем разножку. Где-то потом добавляем удар. Прямые пошли, добавляем. Снизу добавляем. Сбоку добавляем. Отработав это, такие упражнения начальные, да, для начального уровня. Перенос из тела. Пошли прыжочки такие. Раз отсюда. Все, весь тело здесь. Раз отсюда. Раз сюда. Раз сюда. Раз сюда. Это такие классические упражнения, так сказать, азы начала школы бокса. Всех благодарю. Спасибо.